Сразу же Кимура? Фига себе. Типа Лестер доволен, что он пришел в компанию. Но это не Лестер, он должен был, точнее, не такой уж дамамент просто от него. Я от него ожидал другого. Сразу же Белли то Белли. Букинг мечты, блядь. I don't let you go. Даже не надейся. О, нифига так вообще. Прям в стиле Леснера. Everybody's talking the unbelievable potential we're witnessing here. Let's just sit back and enjoy. Забыл, подвечиваю. Походу, я только за себя. Сегодня, я только за себя сегодня. Ну просто смысла нет приемов называть, как они... Ну, это никому не интересно. Озвучку-то? Вот это, о, а, да. Вообще, название приемов интересно. Ну я только эффектный. Хочется сказать single leg Boston Crab, но только не хочется. Очистка ринга, нахуй, от Леснера. Бля, все-таки хорошо, что его в 17-й подделали. Только по накачанной, по Брока Леснере такой выглядит. Только вот шорты плохо, конечно, до сих пор все. Да, надо шорты на усилия перекачать, перебивать. Да, это мы исправим. Wrestling Crawl? Да. Yes, you're right. Just like always. Божественная лицензионная озвучка от Fake22Ten. Michael, you spoke about this rivalry between Brock Lesnar and Elbow. Big Show. Brock's had some incredible victories over Big Show. And you're talking about an opponent who's 7'2". Хэдкранк, блядь, я не вижу, прям, сука, пиздец как. Нет какой-то пока напряженности в матче. Ну чисто Энгл такой. Виктория, лайк, Виктория Бекхэм. Блять, что-то вообще. Не скатывается. Скатывается, как скатывается рубль, блять, в России. Гаттер Роу вроде. Как классика рестлинга от Энгла такая. Да. От Типикал Энгла. О, не знаю, что это было и как я забрал на суперс. Это была такая смена инициативы. Какой-то сквош, потому что получается. Есть кое-что. Я без реверсов. Я тоже вообще-то. Не технарь, хотя я же технарь, у меня должно быть их больше, как у Брайана. Давай, трамбуй дальше. Это же Леснер. Это он трамбует. Он должен мочить просто конкретно. Fury Unleashed. Он тебе до сих пор Butterfly Suplex сделает? Нет, я убирал. А чё это он у тебя здесь? А я не знаю. Как там? Тут же брат какие-то приемы странные проводятся, которые внесут не стоят. Вообще пиздец, да. Вообще-то его не должно быть у тебя, по идее. Да, я выбираю. Что-то я подрасслабился.
Что-то не то происходит такое от Леснера, мы ведь не... Не то немножко. Ух, нихуя так воткнул в нос. Как боец ММА, бля. Раз. Россия тоже старается. Ну да. Что это у нас будет? А, это Snake Eyes. The offensive front Lesnar is working well right now. This guy's just too strong. Бля, не получилось. Wow, what a reversal by Lesnar. Yeah, I know they call him the beast, but that was just beautiful. Неплохо. Только у меня не такой прием там стоит у него. У меня двумя коленями с разбега такой jumping style. Леснер dominant in this match. Oh my god. This is dangerous situation for the angle. Try to F5. О. Блядь, такое ощущение, что он вообще у тебя с дефолтным мувсетом вышел. Почему? Потому что у меня такие кики вообще давно у него убраны. Да, нормальный прием, что жесткий, там нечего ставить. Есть что, тебе скинуть? Mm-hmm. Посмотришь, что мы поставлены. У нас одинаковые поставлены. Не скажи. Мы все скачали 4000 раз, а твой скачали 3 раза. Вот кого лучше? Не, ну скачать там могут сколько раз, сколько угодно раз, но выглядеть-то натуральнее будет. То есть этого не изменишь. У меня по-другому выглядит, потому что у меня кое-какие приемы поставлены или убраны, или поменены просто. Раньше скажи, ему надо ставить arm ring close line. Не, такого я точно не поставил бы. Но у меня залиты моусеты его. Если хочешь, просто в PSN зайди, посмотри. Сейчас комьюнити мучится, мы все это другие. Не работает поиск, даже это. Зашибись. Так что, ну блин, у меня залиты они оба. Уже современного именно Леснера. Как в России, прям иностранцы. Да блять, что за ебаный гад панчи? Я вижу нормальный прием на жестко. Но у меня все равно, ну вот этот прием у меня стоит, у меня кое-что по-другому сделано. Просто что-то не подставил. Ну по-другому там. Я могу, в принципе, скинуть, что у меня там такое. Очко никто не хочет получить. Сейчас хуяк и энгл лог будет. Да? Ну мало ли. Как не вовремя. Not just in time. Сразу же пин. Ну-ка. Ого, выбросил. Хотя один angle lock тут, по-моему, не решает. Бля, я думал, будет обратно германский суплекс. Ну да, чисто так, попасть. Facial reconstructive surgery. I know you don't like to talk about your facial reconstructive surgery. Или рано. Блять, дополз. Oh, out of nowhere. Oh man.
Блять, вот я не успел, да, вообще внезапно было. Кстати, мы же F5 получим новый для Леснера. Спустя столько лет. Причем так пальцем, такое ощущение, что он как будто дух какой-то. Ладно, его сразу секретные штуки вас разморсинали. Блять. Сука. О, пошло дело. Пиздец. Чего, Лестер Дон-Дон-Кир? Дон-Дон-Кир. Не так, как сказал. Дон-Дон-Кир. Эрон Дон-Дон. Теперь Лестер с очком, наконец. С очком или с очком? С очком. Ненавижу этот прием. Бля, теперь я все просрал. Какой шанс можешь разделать меня? Ты решил, видимо, отомстить мне по палкам, да? Ну да. Надо же тебя взломать. Сука! Блять, борьба нахуй! Борьба! Не на жизнь, а мясо. Не на колбасу, а на хлеб. Да. Блять. Тут бы с колена бы зашло. Фужерава. Блять. Какому? Сука, сейчас второй раз просрал бы. Дельфины лол? Какие нахуй дельфины? Ты говоришь, дельфины лол, я такой думаю, какие, блядь, дельфины? Я говорю, в смысле коллеги, это ты. А, ну да. Блять, хаммерлок. Вот у меня хаммерлок уже давно не делает уже. Блин, ты UFC прием, он должен стоять. Стыдно даже обычно, он тебе не стоит. Хватит мне смешить, ёпта. Да блять, ты меня засмешил нахуй, у меня все пошло наперекосяк, блядь. Но сравняться не выиграть. Что такое красный девиз, я надеюсь. Нет. Что, делаем на одном. Камон. Да ладно. О, тут что-то сейчас будет такое. Эндофлен. Эндофлен. Правда, Арфилет. Да, это слишком красиво. Ну что поделать? Ну чё ты там ходишь-то, блядь? Не прижимай это уже, ёбаный урод. One, two. Да ну нахуй! Это не мои слова, это слова Энгла, блядь. Так. Напоминаю, Вестер ведет после Кимуры Лока. Хорош. Классический пожарник. Кошерник или пожарник? Снизу с кошерника стоял. Вот, это еще не сыграть. Он нам напился. Он его продержал.
He's absolutely relentless here. He did it. What a huge